Семья, всем привет! С вами, как всегда, Андрей Андреевич, канал «Жизнь Андреевича». Сегодня у нас 14 мая, едем к Минжулькам. Посмотрим, чем они занимаются, гадают ли они на самом деле или нет, вы уже знаете. Ну, может, поменялись. То есть мы с ними сколько боролись, разговаривали, глядишь, и услышали нас, но они нам обещали, что они будут только исключительно гадать, слово давали. Я, как вы знаете, я уезжал в город Казань, скоро новые ролики будут, просто пока я не дошел до них, до монтажа. Но еще ролика 3-4 будут там про Казань, про Уфу, в Уфе еще был, поснимал. Так что обязательно я вам покажу, расскажу. Вы подписывайтесь на канал «Жизнь Андреевич», Инстаграм, Телеграм, ссылки будут в описании. А мы что, поехали на ЖД вокзал, смотрите, что там происходит. Приближаемся. ЖД вокзалу, автовокзалу. Сейчас у них точка, у цыган там. Так, где пирожки, их нету, не вижу. Такс. Где интим, точка нету. Сейчас обойдем, поглядим. Пока не вижу никого. Ну вы как знаете же, да? Что их сейчас не видно. А, они на той стороне. Вот здесь их нету, а они на той стороне, где автовокзал, орудуют. Будем сейчас проводить рейдик. Здравствуйте. Нормально. Скажите, пожалуйста, сегодня цыганочки были, нет? Были. Ушли, да? Они только что здесь толпой, по-моему, в ту сторону. Сейчас догоним, значит. Спасибо. Сейчас посмотрим. Ребят, закрыто. Цыганочки здесь, сказали. Да, будем узнавать, чем они здесь занимаются. Стоять и двигаться! А? Минжульские мои! Так соскучился по вам, а? Как у вас дела? Плохо. Шуток. Плохо? Ну, на Анфисочка, наконец-то! Ты где пропадала? А я в больницу. Она ко мне в гости едешь. Я знаю, сказал. В больницу ездила. А Дима Лужанин? Только недавно вспоминали вас. Так сколько ее не было? Вспоминали, что-то нету, говорит. Ну, не приехал с работы. А? Александр где? Он чечнец. Ты что, соскучилась, что ли, по Александру? Андрюха, правда, в Александрову? Нет. А где? Ну здесь он как? Не болеет ничего? Ничего не болеет. А что-то не видно, говорят, где его. Да, ну в смысле не видно, но... Мы же последний разговор пришли, последний раз пришли же к вам, да, последний раз. И вы же нормально работаете, в том плане как? Гадаете, да, гадаете. Вот и все. Вот я пришел, как узнать. Анфис, пацан-то у тебя вырос вообще. Вырос, ну в больницу. Сколько лет ты уже?
8 лет. Он в школу ходит. Да. Мирсабель, что, как дела-то? А? Ну ты мне погадала прям, я как заново родился. Ну дай бог тебе. В Казань съездил, отдохнул. Ну дай бог тебе. Вот видишь. Счастье. Спасибо. Молодец. Это, а, Мирсабель, а где Роза-то? Здесь, баба. Сами ищем. Не пирожок расти, купить, да? что ли, да, Розе? Ну, пошли, вот как она мне булочку не дала. Да, да. Я голодная, Андрюха. Так у тебя то живот, то зуб болит, конечно, тебе нельзя ничего есть. Андрюха, купи ребенку. И она как заговорила, с тех пор не болит. Серьезно? Правда. Помнишь, я спустила? Ну, я помню, помню. Помнишь, она тебе таблетку дала, не заговорила? Нет, она заговорила. А, это Марелла Ружа выдала. Ну, это халюри подгоняйся. Только... Перевод, пожалуйста, не все цыгане там сидят, понимают. Что сказала Мирсабель? Она говорит, он пришел, а Малажанова что-то нету. Куда он делся? Вот придумала, да? Вот я вижу уже, что правда, там бы Малажане слово звучало. Скажи у вас. Скажи по правде, Валижанов уехал в это, в Чечню. Мы по-своему. Вы ему знаете что? Я что, пришел еще? Привет передадим ему, да, Александру, конечно, да? Обязательно. Помощь ему. Помощь? Ему в какую? Помощь. Какую помощь? А, Гос вы будете, помощь. Да? А вы что, давно здесь? Сейчас давно только приехали. Сейчас только приехали? Так, мне сито найти. Розу, Розу-то, где сито найти? Андрюх. Ты знаешь, что я деньгами не даю? Пирожок еще... Где они, здесь? Ну, нет? Ну пошли, с той стороны? Я же... Какую пошли? Там 35 рублей стоит. Ну, цыганки в своем репертуаре. Анфиса привела ребенка своего. Вы, в принципе, уже, наверное, видели. Сейчас крутит меня на пирожки, на курю, на чай. Я им объясняю. Пора домой вам. Так, ну что, семья, цыгане на месте, на своей точке, Фиса появилась с ребенком. Говорит, по больнице моталась, полгода, наверное, ее не было. Сейчас Ситу нужно найти и Розу Оглы, она где-то здесь. Сейчас еще подойдем, здесь вот у нас друг работает, Алексей. Может, расскажет, что натворили цыганки за это время. Здравствуйте, нет, Алексей? Да, она не работает сегодня? Понял. Мирсабель рассказывала, что подходили к ним. К ним какие-то отбитые наркоманы. Сказали, что что вы стоите здесь, вы мусульманки, сейчас об голову, говорит, разобью бутылку. А потом тут же спрашивают, у вас наркотики есть? Вот, в Оренбурге были, там наркотики цыганки продают. А здесь у вас есть? Я говорю, Мирсабель, а я не снимал. Я говорю, Мирсабель, сними, ну, давай сниму еще раз. Скажи, нет, я боюсь, не буду говорить. Я не знаю, вы знаете же, они актрисы. Ну, наркотиками, конечно, они здесь не барыжат. Но актрисы еще, уф. Баба Маша что-то сито. И Розочку не могу найти. Но... Остальная шайка здесь, на вокзале. Вот и Анфиса появилась. Все говорят, что за ум там взялась, там муж. Какой муж? Ну что, в больнице, оказывается, она была где-то. И все, сразу же на вокзал, сразу же. Дорожка здесь натоптана у них. Они вечно, они с детства сюда ходили, как баба Сита говорит. Это наш хлеб. Мы здесь будем постоянно. Баба Сита! Здравствуй, дорогая! Розочка! Здравствуй, мой золотой, здравствуй. Как у тебя дела? Болела неделю, не ходила. Так вас не было, вас не было. Болела, да? Я болела. 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 Кофточка у тебя такая красивенькая. Спасибо. Сядем. Что сейчас, на Монакова, что ли? С ребенком? Что случилось? Баба Сита, смотри, вы с Розочкой-то одним цветом кофточки-то у вас, да? Мы купили, нам подарили. Да, я пришел. Гуманитарную помощь дали. А вы Александру привет передайте. Я пришел. Лана, да, Волошанов, идите. Вы забыли, что ли? Иди сюда. Ну, уехал на спецоперацию. Послушай теперь, как бабка скажет. Вы сейчас я записываю, привет передавайте ему. Привет ему. Храни его, Александр Господь. Воложанин. Александру Воложанину. Храни его, Господь. От неба до земли. Пусть вернется живой, здоровый. Сохраним. Мы с ним будем целоваться, ругаться. Ну, чтоб от неба до земли, да? От неба до земли ему, сынок. Андреева зовут. Андрей, вы забыли меня, что ли? А куда он уехал? Пусть вернется своей жене. Отдыхать уехал. Ну, пускай все хорошо. Чтобы у него все нормально было.
нормально. Все, вы поехали, да? Не ходили, да. Сынок. У вас не было. Так ты здоровый, ты все нормально, все плохо, хорошо. Плохо, сынок. Плохо? Вот, что там такое? Бог что ли? Опять нервы. Да, меня с дома выгнали из квартиры. Сейчас... Как вот, выгнали? Не надо, выгнали? Не выгнали? Надо было платить, я же снимаю жилье. Выселили, сейчас вот у нее живут. Вы что, вы сейчас приедете, пирожок, может, посидим, побьем, пирожков вам куплю. Мы домой поедем. Домой поедем? Да, сынок, давай. Нет, сынок, мы болеем все. Я болела. Счастливо тебе. Я болела. А Анфису увидел, Анфиса появилась с ребенком. Она просто не... домой. А она где была-то вообще? В больницу. В больнице, вот, говорю. Она же здесь живет. Ну так-то у вас все хорошо, я что-то походил вроде. Происшествий не было у вас. Карлос Карынчай, да. Александр. Александр. Пускай он придет невредимый, с неба до земли ему. Сохрани его, Господь, и тебе, Андрей. Вам тоже дай Бог здоровья, чтобы главное это. Ну, было все хорошо, не все, болели. Дай Бог, чтоб мы с вами виделись только, да, с хорошей новостью. Да, с прошедшим праздником вас, кстати. А на день родителей ходили? Конечно. Ходили? Да вы что? Вот после родителя вы и где не ходили. Поминали своих родителей. А сколько нам умерли? Подали, сынок? Много подали. Да. Подавали. Подавали. Много, подавали. Да. Вы на 9 мая здесь были? Мы подавали. Не были на 9 мая? На 9 мая, пацаны, ладно, были. Пойдем, а мы... Ну ладно, сынок. Александру, с неба до земли, сохрани его, Господь. И тебя, Андрей, тебя, твоих детей. Спасибо. Мы любим вас. Ну вот, уезжают цыганочки. Ну, происшествий как бы нету. Все хорошо. А сейчас они на Монаково, ребят, поехали. Видите, как они нас любят. Ну, по крайней мере, не воруют, ничего не делают. Сейчас их увозят. Все. Ну, ребят, с вами был Андрей Андреевич, неповторимый. Канал «Жизнь Андреевича». Подписывайтесь на канал «Жизнь Андреевича. Трезвые дворы». Ссылки будут в описании. Ну, вот такой был короткий рейд. Ну, быстрый, эффективный. Полиция их забрала. Говорит, на 8, на 9 мая хорошо им подавали. Ну, я походил, никто не жалуется. Никто не жалуется в том плане, что со стороны их мошенничества не было. Ну, я надеюсь. Тихо, спокойно. Александру Воложанину большой респект от меня. Также цыганочки привет передали вам. Возвращайтесь домой здоровым, живым. Будем вместе проводить рейды. Ролики с Казани, с Уфы скоро будут. Так что подписывайтесь. Ну все, семья, пойдем дальше наводить суету. С вами был, как всегда, неповторимый Андрей Андреевич. Всем пока-пока.